Всем привет, меня зовут Евгений, вы на канале «Где погулять?». Вот и сегодня мы погуляем вот на территории, значит, Нирвана Дольче Вита. Вот посмотрим немножко эту территорию. Так, ну что, съели мы пироженки. Сейчас хотим пройти вот по берегу моря, получается. Тут рядом есть отели. Вот «Эйфория», очень хорошая. Потом за ней «Мара» раньше назывался, сейчас не знаю как. Сейчас хотим пройти по набережной, получается, не по набережной, а по самому берегу моря и посмотреть, вот, обзор сделать такой, как бы, пройтись. Так что, вперед! Как всегда, кто-то играет в какие-то игры, активный отдых такой, как бы, ведет. Вот, но мы сегодня хотим пройтись вот туда, где-то подальше, посмотреть. Уже вечер, в районе где-то 5:30 вечера. Вот. Хорошо, что здесь, конечно, темнеет поздно, поэтому можно до вечера максимально находиться на пляже, также купаться, наслаждаться морем, ну и обязательно видом на горы. Вот так. Мы сегодня уже были на пляже. Вот вода так немножко свежая. Сегодня, напомню, у нас 6 мая. Но на улице очень тепло. Хорошо. Сейчас посмотрим. А вот собственный пляж нашего отеля, Green Park Кирова. Кстати, пляж очень классный, вода чистейшая, очень хорошо оборудован. Вот классный понтон, с которого можно прыгать. Много шезлонгов. Вот есть на солнце, есть находятся под навесом, так что очень круто, классно. Вот. Ну, а мы сейчас хотим прогуляться в обратную сторону. Вот туда, там находится отель «Эйфория», потом «Амара», «Дольче Вита» раньше назывался, сейчас не знаю точно как. Ну, хотим посмотреть, полностью сделать обзор. Так что пройдем. Пляж, кстати, пустынный, места много. Вот мы отошли буквально 5 метров, 10 метров. На пляже никого, поэтому если вы хотите уединиться, вот по морю погулять, тоже очень классно. Классное место у этого отеля, просто супер. Так, тут немного начинается трэша вот такого, вот, когда выходишь из отеля, 5 звезд, хорошего отеля. Вот здесь у нас какие-то палатки, тенты натянутые, вот. Ну, а мы идем дальше. Пейзаж здесь, конечно, очень красивый. Вот эти горы, вот эта зелень. Вот, просто класс. И, кстати, вот, пожалуйста, пляж свободен. Приходишь, и ты тут сам на сам. Вот, класс. Тут море, какой-то остров. Не знаю, что за остров, но тоже придает вид красивый. Волна такая красивая здесь.
красиво, можно делать фото красивые. В общем, дошли мы до отеля «Эйфория», и вот что на его сейчас месте. Полностью отель, видимо, на реновации, потому что конкретно тут все переставляют, вот зонтики ставят, там вообще территорию всю переделывают. Вот мы были в нем несколько лет назад, лет, наверное, 5, нет, года 4 назад. Вот тут все было красиво, конечно, все, но обновляют. Вот. И дальше вот этот отель «Амара». Вот, я не пойму, если в нем сейчас люди, может быть, тоже он закрыт еще. Но сейчас, может быть, ближе подойдем, увидим. Вот это, кстати, очень хороший отель, конечно, дорогой. Вот. В Кемере один из, по-моему, лучших он был отелей. У девочек уже сила на исходе, а вот Саша идет вперед. У него сил еще в запасе много. У меня 10 запасов сил. Вот красивый отель, конечно, он. Я только чуть-чуть продолжал. Отель сделан в стиле замка. Вот белый. В горах, в растительности очень красиво. Мы все идем и идем. Что? А вот представь, приехал ты, купил себе путевочку в элитный отель, бывший Амара Дольче Вита. Сейчас, по-моему, Нирвана Дольче Вита. Приехал, такой отдыхаешь, а вокруг тебя такая разруха. Разрыли эту стройку конкретную. Поэтому и сидишь в отеле, все включено и не выходишь никуда. Па, а это что? Вот там. А что там? Сейчас посмотрим. Так, значит, подходим мы к этому отелю «Амара Дольче Вита». Вот, но оказывается, он сейчас закрыт. Вот. Сейчас мы так немножко глянем его и будем возвращаться. Интересно, что отель закрыт, а вот здесь все равно пляж выровнен. Вот. Ну вот так вот это выглядит. Как вам поход? Тут водичка вытекает, а тут затекает. Или здесь вытекает. Так, на краник. Да, это территория Амары. И поливаешься. Наверное, нас попросят уже отсюда выйти. А мы сейчас еще фотку сделаем. Да. Такая детская площадка в этом отеле. Как он сейчас называется все-таки? Нирвана Дольче Вита. Нирвана Дольче Вита. Вот такая детская площадочка здесь. Мама,
Ну, естественно, еще не кошена травка, потому что закрыт отель. Вот, но я так думаю, что он буквально еще неделька-две откроется. Потому что тут какие-то работы проводят, там что-то достраивают, подделывают. Территория здесь, такие кусты, деревья. Я оторвал чуть-чуть конец, чтобы ничего не затопил. Я мастер. Так, вот так выглядит территория закрытого еще отеля, который ждет еще свой сезон. Вот, и потом тут будет, конечно, кипеть все. Территория, конечно, очень зеленая, вообще столько зелени. Вот, это еще, представьте, пока еще отель как бы такое время ожидания, когда тут все еще вообще будет поливаться, стричься. Очень красиво, конечно, классно. Вот такой вот пляж. Кстати, отель открывается 19 мая, сейчас узнал, то есть буквально через сколько, 2 недели получается. Отель будет открыт, здесь будут туристы, движение, вот, ну, а сейчас спокойно и тихо. Сашка, осторожно. Вот такой понтон здесь. Так, ну все, возвращаемся мы уже. Вот, нагулялись, находились, посмотрели этот отель, конечно, классный отель, вот тоже, вот в такой можно смело лететь и отдыхать, вот, ну а нам пора возвращаться в свой Queen's Park Tikirova. Смотрите обязательно обзоры, будет еще много видео из этого отеля, вот, тоже нам отель этот очень нравится. Вот в красивом месте, красивый, хороший, качественный отель. Так что давайте, до встречи.